Минобороны опубликовало видео тренировочного полета отработки различных внештатных ситуаций на самом большом в мире турбовинтовом самолете Ан-22 «Антей». Во время учений экипаж выполнил полет по заданному маршруту по приборам, а также отработал действия в различных внештатных ситуациях – отказ двигателя, сбой радиосвязи и элементов системы управления. Видео моментально облетело многие социальные сети. В своих комментариях подписчики оценили мастерство и профессионализм пилотов.